Актуальные вопросы охраны труда сегодня обсуждают на Республиканской научно-практической конференции. Участвуют специалисты охраны труда, работодатели и представители органов надзора и контроля по республике. Цель конференции – улучшение работы по созданию безопасных условий труда, принятие мер по профилактике и сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. По словам участников, сейчас в предприятиях работа по повышению безопасности, снижению аварийности и травматизма ведется недостаточно. Также озвучили, что надо усилить работу по проведению экспертизы условий труда. В основном на конференции рассматриваются такие вопросы, как специальная оценка условий труда, несчастные случаи на производстве, которые вот за 2016 год у нас наблюдается увеличение. Специальная оценка условий труда – это процедура, которая заменяет аттестацию условий труда. Она проводится с такой же периодичностью в 5 лет. Ее проводят организации, которые, ну, специализированные организации, которые аккредитованы в этой области и находятся, ну, их можно увидеть в реестре организаций таких на сайте Министерства труда.